с вами Таше, а это новости дважды два. Как там говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Героиня грядущего мультсериала «Демоненок» познала это на себе. Крисси спокойно себе жила, пока не узнала, что ее отец – сатана. Ну а сама она – антихрист. Теперь батя планирует завладеть душой дочери и полностью подчинить ее своей воле. Исполнительный продюсер шоу – сам Дэн Харман, создатель «Рика и Морти». Надеюсь, с таким отцом Крисси не придется тратить годы на психотерапию. Гений трагикомедии возвращается на экран. Появился первый трейлер фильма «Башни Инишера». Это новая работа Мартина Макдонга. Именно он делал 3 билборда и «Залечь на дно в брюки». В центре сюжета, как всегда, 2 ирландца. Раньше они были друзьями, а потом один устал от другого. Вот только не все могут оставить прошлое позади. Главные роли сыграли Брэндон Глисон и Колин Фаррелл. Настало время охотиться на демонов. Вышел новый трейлер аниме «Человек-бензопила». Это адаптация одноименной манги. В центре сюжета подросток, который вынужден охотиться на демонов ради выживания. Помогает ему в этом существо с видом собаки-бензопилы. И когда мальчик погибает, он заключает с питомцем-демоном контракт и сливается с ним. Так что теперь он может превращать части тела в бензопилу. Ну а с вами была Таше. Смотрите «Дважды два», читайте «Дважды два медиа».